Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как легко, быстро и просто открыть информацию о плейлисте, в котором хранятся все те видео, которые вам понравились. То есть найти видео, которые вы ставили лайк или класс. Иногда эти видео скрыты от посетителей нашего канала, и легко и просто их можно открыть. Для этого мы заходим на наш канал YouTube с нашего устройства Android. На нашем канале YouTube нажимаем название канала, и после этого у нас выплывает окошечко «Аккаунты». В этом окошечке «Аккаунты» мы нажимаем слово «Мой канал». Нажимаем. И после этого у нас открывается канал. Но здесь, на этом канале, мы нажимаем вот этот маленький значок шестереночки. И у нас будут открываться настройки канала. После этого у нас открылись настройки канала. Название канала, потом идет описание, а потом конфиденциальность. Вот конфиденциальность. Смотрите, первое идет «Не показывать информацию о том, какие видео мне понравились». Сейчас оно не показывает. Чтобы стало показывать, мы должны эту синюю кнопочку вернуть на место. Когда она стала белая, внесенные вами изменения сохранены. И после этого информация о понравившихся видео будет видна всем, потому что мы отменили эту настройку. Вот так легко, быстро и просто можно сделать так, чтобы понравившиеся вам видео были видны всем. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте в ссылки в описании, там будет очень много интересных и полезных видео. До свидания, удачи всем!